Здесь может быть ваша реклама. Привет, друзья! С вами Интересное Инфо. Вернемся к сериалам. И сегодня по вашим просьбам будем разбирать сериал «Шерлок». В 2010 году стартовал британский проект «Hotswood Films» для канала BBC «Шерлок». На сегодняшний день режиссерами Марком Геттисом и Стивеном Моффатом снято 4 сезона популярного сериала. Фильм продан 180 странам. Сериал представляет собой современную версию экранизации бессмертных рассказов сэра Артура Конан Дойла. Авторы «Шерлока» перенесли героев из 19 века в наше время. Трактовка произведений Конан Дойла настолько вольная, что его авторство едва улавливаешь. Но это не делает фильм менее интересным. Сериал «Шерлок» является одним из самых популярных в мире. Шерлок Холмс в сериале «Шерлок» – психически неустойчивый, эксцентричный гений из богатой семьи. В его голове с огромной скоростью проносятся миллионы мыслей. Он холоден и дотошен. Зрителю трудно успеть за скоростью хода мыслей героя. Его дар использует в своей работе Скотланд-Ярд. Однако следователей лондонского сыскного бюро часто раздражает заносчивость и превосходство на показ Шерлока Холмса. Главную роль в сериале «Шерлок» сыграл английский актер театра и кино, лауреат премии Лоренцо Оливье Бенедикт Камбербэтч. Кроме роли Шерлока, зрители знают артиста как Хана Нуньена Сингха в картине «Стар Трек. Возмездие» в 2013 и Алана Тьюринга в фильме «Игра в имитацию» в 2015. В 2016 году актер сыграл еще одну звездную роль – главного героя в фантастическом триллере «Доктор Стрэндж». 13 июня 2015 года королева Елизавета II удостоила Бенедикта орденом Британской империи. Доктор Ватсон демобилизован из армии после ранения в Афганистане. В Лондоне он ищет квартиру. Судьба преподносит ему уютную квартирку на Бейкер-стрит и загадочного соседа Шерлока Холмса. Доктор скучает по войне. Остроту вкуса жизни ему в полной мере заменяет дружба с Шерлоком. Переступив порог нового жилища, он начинает приключения в роли напарника эксцентричного Холмса. В роли невозмутимого доктора Ватсона в сериале «Шерлок» сыграл Мартин Фримен. Популярность пришла к артисту с ролями в фильме «Автостопом по галактике» и комедийном сериале «Офис». Зрители полюбили Мартина, посмотрев приключения маленького хоббита Бильбо Бэггинса в фэнтези «Хоббит». Также Фримен сыграл в главной роли первого сезона криминальной трагикомедии «Фарго». Детективу Лейстрейду в оригинальном произведении Артура Конан Дойла отведено мало места. Авторы сериала «Шерлок» решили расширить его образ. В фильме «Ляпы инспектора» не так комичны. Шерлок Холмс мало прислушивается к мнению детектива Лестрейда, не видя в нем ничего полезного. Лестрейд боготворит Шерлока. Шерлок, в свою очередь, считает Лестрейда порядочным человеком. Роль детектива Скотланд-Ярда авторы доверили опытному британскому актеру Руперту Грейвсу. Актер начинал карьеру с циркового клоуна. Дебют в кино состоялся в 1978 году. Роль префекта в фильме «Возвращение святого». Популярные роли артиста: Фредди Ханичорен в фильме «Комната с видом», Грейвс в картине «Моррис». Также артист сыграл в картинах «Пригоршня праха», «Сага о Форсайтах» и другие. Кроме работы в кино, актер много играет в театре. Он известен не только по английским постановкам, но и по спектаклям на Бродвее. Миссис Хадсон – домоуправительница на Бейкер-стрит. Нежно любит доктора Ватсона и Шерлока Холмса и считает их парой, ну вы поняли. В прошлом Марта Хадсон была исполнительницей экзотических танцев, а ее муж – владельцем наркокартеля. Миссис Хадсон – весьма прогрессивная леди, не вмешивающаяся в дела своих жильцов. Роль моложавой Марты Хадсон в сериале «Шерлок» сыграла Уна Стабс. Актриса, как ее героиня, в прошлом была танцовщицей. В 1956 году выступала с группой Dougie Squires. Дебютировала в кино в качестве подружки Бенни Хилла в одноименном шоу.
Майкрофт Холмс – родной брат Шерлока. Не уступает младшему брату в остроте ума и способностям в дедукции. Однако свои навыки применяет в другой области. Майкрофт состоит на службе в правительстве Англии. Как и в оригинальном произведении, он замкнут, является постоянным членом закрытого клуба «Диоген». Роль малообщительного брата Шерлока Холмса Майкрофта досталась британскому актеру Марку Геттису. Он также является и автором сценария сериала «Шерлок». Марк – член популярной английской комик-группы «Лига джентльменов». В кино начал сниматься в 2001 году в фильме «Долбанутые». Сыграл в популярных сериалах «Табу», «Виктор Франкенштейн», «Игра престолов» и другие. Молли Хупер – патологоанатом госпиталя Святого Варфоломея. У Конан Дойла такого персонажа нет. В сериале Молли должна была появиться лишь однажды, но зрителю понравилась девушка, и авторы создали для героини целую историю. По сюжету Молли обладает кротким нравом, застенчива. Хупер влюблена в Шерлока. Шерлок, в свою очередь, знает о слабости героини и беззастенчиво ее использует. Зрители в роли Молли увидят актрису Луизу Брилли. То, что в «Шерлоке» оставили роль застенчивого патологоанатома – заслуга Брилли. В Англии Луиза Брилли известна прежде всего как театральная актриса. Друзья, скоро передачи начнут выходить каждый день. Совсем немного осталось до 50 тысяч подписчиков. Поддержите нас лайками и подпиской. Мы всегда рады каждому из вас. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи!